Серийное производство легендарных автомобилей «Волга» ГАЗ-24 стартовало в 1968 году. Сегодня знаменитой модели исполняется 55 лет. Клуб владельцев ретро-машин встретился на территории музея-заповедника «Горки Ленинские», чтобы закрыть летний сезон. Это нас объединяет любовь к этим машинам. Я считаю, это прекрасное наше культурное, техническое, историческое наследие, да, эти автомобили. Они эстетичны, они красивы сами по себе. Я считаю, что 24-я «Волга» – это, ну, возможно, коллеги из других клубов меня поправят. Это самый красивый отечественный легковой автомобиль, который тогда можно было купить за деньги. Мы не берем машины высшего класса. Сейчас нечасто можно встретить на дорогах 24-ю «Волгу». А на выставке все желающие могли осмотреть коллекцию машин советской эпохи во всех деталях. Несколько тысяч этих машин на ходу точно есть. Вопрос в том, машины в оригинальном состоянии, сколько их осталось. Их, я думаю, количество сохранившихся измеряется сотнями. Сотнями машин, потому что прошло много времени, и машины подвергались разным, так сказать, условиям эксплуатации. Представленные автомобили сохранились в прекрасном состоянии благодаря заботливым владельцам. Для многих из них коллекционирование ретро-автомобилей – настоящая страсть. У Александра Ладынина 24-я «Волга» стала его первой машиной. Мне исполнился 21 год. Пришел брат с мамой, положили ключи и сказали: вот нам тебе подарок. И эта машина уже, ну, получается, сколько, 17 лет. Она долго восстанавливалась, восстанавливали мы ее лет 6. Восстанавливали тяжело, потому что вроде не так много времени прошло, но запчастей, к сожалению, на рынке мало, и сейчас их еще меньше становится. На мероприятии присутствовал один из создателей легендарной «Волги». В прошлом художник-конструктор Горьковского автозавода Николай Киреев. Сначала в рисунках вели поиск определенного образца. Вот. А информации по аналогичным автомобилям было очень мало в то время. Поэтому чисто интуитивно мы, в общем, старались более современный сделать автомобиль. Сделав красивые фотографии, владельцы ретро-автомобилей сели в свои «Волги» и сделали круг по дорогам музея-заповедника, любуясь живописными осенними пейзажами. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Ольга Садовская, «Видное ТВ».